Простите, кто вы? Как вас зовут? Морга. Николай меня зовут. Николай. Да. А какую организацию вы представляете? Какая вам разница? Ну как это какая представитель разница? Представитель тоже ритуальной вы службы. Вы делаете официально. Какой ритуальной службы? Какой? У меня есть морг, где я плачу зарплату. Санитаром. У вас есть. А какой морг? Понимаете? А у вас этого нету. Вы как? Пользуетесь государственными моргами, берете за это деньги. Ага. Лично вы. И вы. Лично мы. А, секундочку. 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 Это самое, в наряд эти деньги. А вы так официально заявляете, что мы якобы берем деньги. У вас есть накладные вписанные. Ну так давайте вы предоставите эти накладные и покажете, сделайте это официально. Официально. Вы так громко заявляете эти вещи. Давайте уже наконец-то что-то предпримите. Да, наконец-то вы предпринимаете. Ну вот мы сейчас пытаемся выяснить, кто вы и чьи вы интересы представляете. Мы пытаемся сейчас людям помочь. Вот коммунальный телефон. Этим людям позвонили лично мне. Я понимаю. А вы как сюда приехали? А вы как попали сюда? Машину посмотрите. Коммунальная служба, предприятие. Так вы представляете коммунальное предприятие? Вас кто позвал сюда? А вы кого представляете? Секундочку, вы сейчас рассказываете, что вот стоит ваша машина коммунального... Ух ты! Вы представляете коммунальное... О, Николай, молодец! Отлично, отлично, отлично! Николай! А что же вы так себя ведете, Николай? О, давайте, давайте, идемте. Давайте, давайте, продолжайте. Продолжайте, Николай. Это уже интересно становится. Это уже за нападение, это уже интересно. Да.